Сегодня в Новосибирске открылся 4-й международный форум «Интерра». Сотни участников из разных стран съехались в Сибирь. Эксперты из Бельгии, Германии, Пакистана, Латвии, а также из разных регионов России будут делиться новыми разработками и идеями для улучшения качества жизни. Среди почетных участников и Красноярский край. Нам есть что рассказать, ведь не зря край входит в ассоциацию инновационных регионов страны. В Красноярье бизнес уже стал вкладываться в ресурсы, в образование. Как пример, создание института нефти и газа. В него компания «Роснефть» вложила 900 миллионов рублей. Плюс работает бизнес-инкубатор, где уже порядка сотни резидентов. Об этих и других проектах на саммите инновационных регионов России рассказал губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Саммит прошел в рамках форума «Интерра». За 2011 год объем отгруженной инновационной продукции в крае вырос почти вдвое, а рост инвестиций составил 113% и достиг более 300 миллиардов рублей. Именно эти показатели дали основание отнести Красноярский край к регионам с высокой инновационной активностью.